Всем привет! С вами Легислад. Играем восьмой день сквигов против Сергио XL. И у него андеды, причем даже с индусами против нас. Вот это да. Играем, я так понимаю, 11 на 11. Да, у него тоже нет запасных, но у нас есть один лонер. И у него 3 горда, 4 могучих удара. Грязная нога. Тут мне, конечно, вообще настораживает. Что-то меня конкретно настораживает в этом. Кстати, у него даже не потому, что... Смотрите, он копит деньги на что-то. Вообще ничего не берет. То есть, ну ладно. Можно сказать, у нас есть некоторое маленькое преимущество. Мне кажется, что вот этот матч, он будет одним из самых сложных вообще в сезоне. Потому что мы сейчас, конечно... Немножко не в форме. Запасных, в принципе, нет. Ладно, но огры нет вообще. То есть мы даже одну мумию не можем запереть. К тому же проиграли расстановку. Нас сейчас будут мутузить. И в-третьих, горда, конечно, маловато. Я бы сказал, даже неоправданно мало горда. Ну что же, давайте защищаться. У нас есть уже линейка с реслом. Это хорошо. Ну, мы его на лосу, естественно, ставить не будем, потому что его жалко. А вот остальных не жалко. Я думаю, что, кстати говоря, давайте-ка мы его, наверное, немножко разведем на... контакт, можно сказать. Сейчас к нам, конечно, придут. Ох, сейчас к нам придут. Такла у него нет, это очень хорошо. То, что такла нет, это просто прекрасно. Да, привет, Менка, привет, Сид. Ну, нам на руку, что он не стал тратить свои деньги. Он мог спокойно себе купить еще одного запасного и все равно получить небольшие индусы. Там, чуть-чуть доплатить, взять, например. Какую-нибудь девочку, например. А так у нас равный состав. Может быть, да и пробьется кто. Я надеюсь, правда, кто-нибудь это будет из вражеской команды, а не из нашей. Честно говоря, прям вообще какой-то... Сейчас надо будет устраивать жесткую охоту на гулей и на вайтов. Но правда, блин. Как-то это все попахивает. Ох, попахивает. Очень расстраиваю то, что вот могучий удар он на близ практически всегда найдет. Это, само собой, очень печально. Да, у него там... Нет, во-первых, у него три гуля. Вот они, раз, два, три. Четвертый, который бложер, у него пропускает он на МНГ. По базе у него, по-моему, было 12 как раз игроков. И вот один пропускает, да. В общем, на самом деле у него игроков более чем достаточно, чтобы в мяч играть. Запинывание хорошее, событие плохое, потому что наш лос сейчас огребет, конечно, по полной вообще. Запинывание мне очень нравится, потому что быструю атаку ему в таком местоположении мяча не организовать. Хотя нам на самом деле не нужна даже быстрая атака-то. Ему не нужна. Ему как раз медленная атака в самый раз будет. Потихоньку мочить могучими ударами. Меня игроков и там,
сделать преимущество в 3-4 игрока и потом просто выиграть, потому что... Потому что... Хотя вот его маневры вот эти вот, да, они уже как-то подсказывают, что он на самом деле это не очень, наверное, хороший игрок. Потому что он в ситуации почему-то не хочет пользоваться в полной мере. Первая шестерочка. Себастьян Кунст сейчас покажет крепость своего черепа. Он крепок. Просто как... Пятница. Теперь Волтер Норден и наш новичок Элдвин Ульман, который играет только эту игру с нами. Родные все молодцы. Даже не пробились. И это очень хорошо. Эдвин, давай, бери пример. Ну, почти, почти. Это просто почти. Если бы это был фол, это было бы даже еще и удаление. Может, ты пофалишь еще? Давай, может, пофалишь, дружок. Давай вот. По кому-нибудь пофали и слови дубль. И будет хорошо. Как это ни странно, решает он блицевать моего рестлера. Я его, кстати, поставил сюда специально для того, чтобы был лишний шанс на двоечке упасть. Я сначала думал, чтобы поставить сюда просто сайдстеппера, потому что блодж, у него такла все-таки нету. Три куба он найдет сильно вряд ли. Слишком много для этого нужно морочиться. А вот это вот самый раз. К тому же, если он, если что, у меня сейчас будет шанс неплохой его вытолкнуть нахрен, если он пойдет за мной, конечно, следом. Ну, он вряд ли пойдет, конечно. Он решает. Он решает пойти следом. Вот, товарищ у нас кандидат на выпихивание. Просто железно. Железный кандидат. Привет, Спайдер. Так, эти ребята лежат. Нам ничего здесь особо не надо. А вот с этими товарищами нам нужно разбираться. Этого парня я тоже пока поднимать не хочу, потому что велик шанс, что он улетит. А этого парня мы давайте отправим действительно за поле. Ну, чудо же будет чудное, если так. К тому же здесь особо никто не добежит. Мы можем, в принципе, себе даже не отказать в удовольствии. Выпихнуть его нормально. С свинцой в два куба. Если получится, можем даже здесь этим товарищем встать. Здесь, правда, вот эта дыра колоссальная мне совершенно не нравится. Закроем здесь. В конце будут даджи. Этот парень, в принципе, наверное, пусть стоит. Наверное, даже отведем его назад. Хочет здесь клетку делать. Ладно, мы здесь будем наращивать себе преимущество. Да, нет. Давай травму. Колокол неплохо. Колокол, это неплохо. Ты тогда встаешь. Потому что никто особо не выпихнет. Ты у нас следующий кандидат на выпихивание. А вы, ребят, давайте работайте. Молодец, раз. Куда-нибудь сюда тебя. И молодец, два. Блин, вот молодцы-то, а. Ребята, играйте просто, играйте. Фанмод, да. Это Сквиги, восьмой день. Так, друзья, смотрите, старт просто феноменальный. Нам подарили, как бы, минус игрока. Девочку он себе брать не стал. Как бы, явного плана на атаку я вижу, что у него особо нет. То есть, единственное, что, скорее всего, он будет прямо здесь что-то делать, это какую-нибудь клетку вот строить здесь. У меня все очень быстрые, все совершенно спокойно добегут, куда надо. Да, он будет идти, конечно, в мумиях, но ничего, ничего, мы будем облеплять, мы будем бороться. Давай, рерольчик, потрати рерольчик. Блоков у него... По мне, практически нет вообще. То есть сейчас будет, конечно. Если он здесь будет завязывать борьбу. Но мне это тоже будет на руку, потому что я просто от этих зомби сейчас убегу нафиг, если он вдруг сюда пойдет. И у меня будет просто колоссальное преимущество на следующий ход. Да, он будет вот здесь вот.
ставить клетку. И это большая ошибка, потому что я не побоюсь в один кубик ударить мумию. Просто вообще ни разу не побоюсь. А блицер и гард у меня наготове. Как-то это странно все. Не, ну хорошо, минус кубы бить уже не буду, да. Пойду. Ну, мне казалось, что за поле отправить гарантированно вайта одного, это очень хороший план. Я до сих пор так считаю. Значит, у нас отсюда все-таки, наверное, будет додж. И будем выцеплять сейчас каких-нибудь слабых игроков. Например, вот этого гулю можно облицануть. Правда, я тогда под могучий удар подставлю нашего таклиста, но у него блодж. Ну, этого товарища мы не отправим за поле, видимо. Он выиграл, кстати. Он, кстати, выиграл. Ну что, вот у нас есть блиц в эту гулю. Я думаю, что мы его сделаем. Этого товарища поднимать совершенно не хочется. Здесь будет отскок назад. А здесь нужно нам, я думаю, что строить уже потихонечку препятствия, чтобы ему было не сладко здесь, как говорится. Могучий удар. Можно, конечно, могучим ударом, но здесь совершенно не хочется делать ГФИ, поэтому нет. Поэтому могучий удар мы просто возвращаем назад. Куда-то вот сюда вот мы его вернем. Силового парня ставим под этого товарища, чтобы была перспектива. Если, ну, в смысле, он поднимется, мы будем его пихать налево, ему сюда, чтобы меня блицевать, бежать довольно далеко, поэтому, несмотря на то, что у него нет блока, он, в принципе, не в очень большой опасности. Так, ты, товарищ, идешь сюда, здесь будет потом, напоследок, дождь обратно. Ты, товарищ, будешь просто лежать, потому что я не хочу, чтобы нас просто били могучим ударом. Мне кажется, что это совершенно бесперспективняк. Вот так надо играть. Правильно, Кулин Бейкер? Мне кажется, правильно. Можно даже в гули встать на гуле. Нет, тогда у него сразу будет 3 куба. Или не будет. Вот если он вот так вот будет блицевать, у него будет 3 куба. Давайте встанем, и тогда давайте вот этого товарища будет жертвенным таким куском. Так. А здесь... Да стой тогда уж, чё. Кулин, главное не помри сейчас. Вот все, что от тебя требуется. Не слови какую-нибудь минус силу, минус агилу, там, не знаю. Всего этого нам не надо. А в остальном ты просто молодец сейчас. Все-таки я сейчас получу. Не получу. Смотрите, мумия не хочет нас бить. Что-то вообще очень странное происходит. Что-то странное происходит. То есть у него все равно осталось здесь гуля ВКонтакте. Что самое забавное. Блиц он потратил, то есть он никуда не идет. Потом Волтер Норден просто как чемпион избегает ударов. И даже нам вроде как дают блицануть в один кубик. В гулю. Если он никуда не уйдет, то мы поставим здесь горда, и у нас будет один кубик. Даже фалить, смотрите, он не боится фалить
без ассистов. Просто золото, не оппонент. Опачки, трирол. Нас просто так не пробить, смотрите, Хулиан просто молодец. И у нас даже есть, в принципе, с таклом. Сюда. Правда, придется доджить. Хотя можно не доджить, здесь можно в один кубик попробовать гулю ударить. А, он вот так решил. Ладно. Ты будешь просто стоять. Ты будешь просто стоять. Как нам это все? Получше все это разыграть. Давайте думать. Здесь у нас есть два куба. Можно на самом деле с двумя ГФИ сюда пригнать гард. Снять ассист здесь. И здесь будет два куба вот таких вот. А потом здесь можно организовать блиц вот сюда. Но это 2 ГФИ. 2 ГФИ это не круто. Можно просто вот с одним ГФИ вот сюда встать, снять этот ассист. Дать ассист здесь. 2 ассиста минус 1. То есть 2 куба все равно будет. Нам всего лишь отодвинуть его нужно. И у нас будет сюда один кубик. Опять же. Хочется мячик атаковать. В принципе-то. Хочется атаковать мячик. Можно, конечно, кетчером встать, но, блин, что-то совсем не хочется кетчером вставать. Мне хочется... Я прям чувствую, что я пожалею сейчас об этом. Давай, дружок. Дойдет. Остаемся стоять, не хочу под мумию. Хо-хо-хо! Хулиан Бейкер, ты просто молодец! Какие у тебя просто кулаки. Убийца гулей. Хулиан Бейкер. Только единственное, что мумия мячик поймала. Вот это, конечно, минус. Да. Мумия поймала мячик. Ну и ладно. Ты, дружок, давай мы тебя толкаем назад. Оп. Можно дополнительно окружить гулю, чтобы она не смылась. Мне этот план нравится, в принципе. А тебя не трогаем, ты у нас в хорошей позиции. Да, привет, Пиропан. Привет все, кто пришел, но не пишет. Если такие, конечно, есть. Так, вот, начинает у меня разбирать моих лосовиков-затейников. Себастьян, держись. Да им все равно вообще, смотрите, им все равно абсолютно. На могучий удар. Главное, чтобы Каспару тоже было все равно. Каспар, держись. Держись. Блин, молодцы. Какие же молодцы. Какие они молодцы все сегодня. Вот как мне мумию повалить сейчас, конечно, это большой вопрос. Но она, кстати, не движется вообще вперед совершенно. То есть меня тоже это устраивает. Будем подкладывать к ней там всех, кого надо. И окей. Он мне почему-то дарит просто сюда кубик бесплатный. Зачем? Зачем?
кубик сюда, и мы здесь еще могучим ударом по гвардейцу пробьем. Класс вообще, хороший план. Не, мумия просто на шару поймала. А что он делает? Зачем он смотрите, он под таклиста ставит твою гулю. Ему нравится. А, не скроешься от меня. Только минусовые кубы. Что ж такое-то? Так, Бен Келлер. Позор. Просто позор хуманской. Пожалуйста, не умирай. Черт возьми, две шестерки на красных кубах. Так, Бен Келлер. Ой, молодец, Бен Келлер. Молодец. Бен, встаешь. Дальше у нас что? Себастьян Кунст. Ты встаешь. Феликс Ланг идет сюда. Себастьян Кунс может, конечно, задерживать мумию, но что-то вообще не хочется, блин, задерживать мумию. Тут у нас есть удар сюда. Если мы встанем сюда, то и здесь тоже будет удар. Возможно, что могучий удар пойдет вот сюда блицом, если мы завалим гулю сразу. Товарищ говорит, что там собирается гореть. Я не знаю. Не знаю смысл. Смысла этого. Так, давайте по гуле вдарим. Что-то мне хочется, наверное, даже рерол на это потратить, на самом деле. Так вот, давайте мы. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Стратегический рерол. Ты идешь назад. Тебя мы бьем. И если ты ложишься... Ну, давай мы тебя просто назад ткнем. Потому что второй блок без блока я делать не хочу. Лучше мы тебя отведем как запасного. На всякий случай, чтобы был свободен. Можно эту зомбю закрыть, чтобы нас не били в два куба. Да, у нас сейчас более чем хватает, на самом деле, игроков. Можем себе это позволить. Не, на самом деле, вот несмотря на то, что мне сейчас так везет, это все последствия, в основном, решения оппонента. Он как-то гулей подставил сразу. Под выпихивание вайта поставил на первый же ход. Так что все это как бы имеет свои последствия. Еще один рерол. Сила блоджа. Блодж, 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 блодж. Опять ошибка. Почему не подошел? Мувата не хватает все равно. Надо было подходить и бить его трим. Это почти единственное, что сейчас вообще доступно. Да, оппонент играет, мягко говоря, как говорится, монетку не кинешь. Не, ну здрасте, до свидания. Пошли тут опять минусовые кубы. Воечку я не буду выбирать на таком игроке, мне жалко. Да что ж такое-то? Вы смеетесь, что ли? Это да. Фантастика. О, понятно, самые ценные игроки вот здесь вот двое. Смотрите, какую они результативную игру показывают. И сады только. Отойдем, наверное, сюда. Так, сейчас, по идее, у нас вот здесь какая-то игра есть. У нас есть удар по этому товарищу. У нас есть... Ну, какой-то один кубик у нас будет, я думаю.
какой-то. С этого начнем. Причем надо бить, наверное, его до того, как мы будем бить вот этого товарища, потому что если мы его не повалим, он нам... Хотя, не закроет. Я думаю, нормально будет. А кем будем бить? Бить будем вот этим товарищем. То есть отсюда. Нет, это не подойдет так. Подойдет. Можем попробовать в два куба вот этого товарища ударить, и тогда у нас еще будет с этой позиции подход. Это будет хорошо, потому что если мы этого товарища повалим, то будет все вообще шикарно у нас. Поэтому да. Давайте, наверное, вот так сделаем. Не вышло. Не вышло. Здесь, правда, лонером удар. Ай, да. На это мы не будем тратить ничего. Не страшно. Надо будет сейчас, точнее, придется сейчас будет блицевать Вайта. Потому что мумию я что-то как-то пока не могу остановить. Вот этот угол, в принципе, можно тоже снять. Много на это потребуется усилий. Попробуем. Что, опять красные кубы? Опять красные кубы. Кошмар какой, а. Что-то он... Это вот, наверное, просто товарищ лучше всех кидает красные кубы на моей памяти вообще. Но... Пенкиллер выиграл. Так, лонер, иди помогай. Иди помогай. Ты идешь сюда. Ты стоишь, развлекаешь двоих зомбей. С тобой что делать, пока я не знаю. А ты, кстати, можешь блицануть, кстати. Ты можешь блицануть вот этого парня. Ну, опять же, в один кубик без блока. Не, мне не нравится эта идея. Поэтому, наверное, просто встаешь. Тут. Бьем. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Что дальше? Дальше нам нужно убить вот этого товарища. Делать мы это будем вот таким вот образом. Ты. Идешь сюда. Ты бьешь. Вот так. Могучий удар. Просто могучий работает. И... Облепляем, наверное, мумию. Этим, наверное, тоже надо было облепить. Ну да ладно. Да ладно. Поэтому, товарищ, все равно, в принципе, два куба сейчас будет. Так, и нам на следующий ход нужно уже вот тебя, наверное, посылать куда-нибудь на дело. Может быть, даже заранее надо было об этом подумать.
кстати говоря, потому что велик шанс, что мы выбьем мячик. Да, Спайдер, я согласен. Не страшно. Не, мячик в красные кубы, кстати, выбивать вполне нормально. Мне на самом деле вот этого парня просто вот сюда немножко толкнуть вместе с Гордом, и будет нормально. Здесь у нас будут уже нормальные, качественные, не красные кубы. Вполне себе белые. Феликс Клингеман отлично на себя забирает внимание. Кстати, его побороли. Ну, Бэдли Хёр, что поделать. Не будем тебя отвлечивать. Лотерея вышла хорошая. Есть у нас вот такая игра. Через лонера опять просто протолкнуть в белые кубы. А есть красные. Есть красные с блоком и с реролом. Что лучше? Вопрос. Лучше, конечно, все-таки сначала забежать. И 5, 6, 7, 8, 9. Ну, куда-то вот сюда вот мы забежим. Может быть, даже сюда. Так. Говорится, один ГФИ сделать придется, но у нас на второй ход будет этот рерол, в принципе. А на поймать и на бросок у нас второй рол будет. Давайте думать. И странно, мне кажется, красный надежнее. Я был прав. Лонер бы это не прокинул даже с тяжелым. Такие два куба. Не лови, не лови. Нет, 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 не лови, не лови. О? Нормально. Так, ты еще можешь пробить. Ты еще можешь пробить. Да все, в принципе, наверное, уже и не надо ничего. Просто в руки отдадим и все. Здесь, конечно, можно еще дать. Но можно не давать. Ну, я не знаю, смысл ли ему заносить. В принципе, рестлер с Донтлесом будет неплохо, наверное. А тебя качать, в принципе, уже особо-то и смысла нет. Агил ты не поймал. Ты уже, в принципе, более-менее готов. Да, на самом деле. Побежали так. И ГФИ не надо кидать. Вот еще большой плюс. Изолировали хорошего игрока на линейку. Ну, как бы, отдувайтесь. Во, отлично. Вообще супер. Ну, а в кого близко? В мумию ассистов не хватает. А в зомби, да ну. Так, Феликс Лонге. Держись. Держись. Молодец. Он еще может пофалить. Нет. Не грязной ногой только, если.
Ну, а тут есть зомби с неглой. Да, зомби с неглой надо наказать. Так, судья. Судья спит. Я спит. Так, ладно, давайте раздадим блоки. Так, у меня почему-то здесь было два куба. А, это потому что я забыл поднять гвардейца. Не делайте так, товарищи. Так делать нельзя. Я уже испугался. Теперь его поднимать смысла особо нет. Плохо, когда в моей голове уже все проиграно заранее. Так, хорошо, теперь у нас наша атака. И у нас даже вроде как пока хороший шанс на большинство. Но можем в равный состав выйти, если у нас никто не встанет, а у него там все. Сейчас посмотрим заранее. Как раз. Офтайм, проматываем. У нас встал один. И у него встал один. Хорошо. Это значит, что мы все-таки играем в большинстве. Одного игрока. У него три плеймейкера за полем. Это хорошо. То есть, в принципе, для победы нам вот только вот этих игроков изолировать и все. И нам нужно уже Бена докачать до блока. Что-то уже как-то не в многоту. Наверное, попробуем им сейчас занести. Как раз все для этого. Сейчас, в принципе, есть. Так, Нигла. Дружим Ниглу с вот этим товарищем. Ты идешь сюда. Идешь сюда. С тобой охотимся на гулю, которую он так замечательно подставил. Обожаю, когда так делают. Идешь сюда. Идешь сюда. Идешь сюда. Идешь крыть вот здесь. Поехали. Блиц. Ну, как ни странно, он плохо расставился под блиц, поэтому он как-то нам даже совсем почти как-то... Да, нам пофиг на блиц. И он и не стал им пользоваться. Ну, это, конечно, так себе. Вот так себе. Начнем с самого важного. Убийство гули. Давайте ее похороним сюда. Не будем следовать. Тут все идеально. Быстренько давайте размалывать лосс. Размалывается пока не очень хорошо.
нормально, уже лучше. Ты идешь сюда раздражать своим видом всех. Это будет наш маяк для блица. Ты стоишь, где стоишь, ты встаешь и вперед идешь, наверное. Молодец. Сейчас жемчужина этого вечера, если он просто встанет, будет выпихивание лонером гули. Пиропан, с моим огром уже нельзя говорить, он мертв. Ну, хотя бы он эту ошибку не сделал. Уже хорошо. То есть, в принципе, с него бы осталось такл подвести к гуле. Он не стал. Ну, не стал и не стал. Кто мы такие? Вот так вот мы тебя сюда положим. Привет, Трикс. В общем, у нас крайне простая сейчас стратегия. Это просто максимально делать блоков и как можно быстрее заносить, потому что, я так понимаю, у нас будет простая защита, если мы сейчас быстро занесем. Да, привет, Дадл. Мы, в принципе, через вкладочку можем занести уже прям сразу. Правда, кетчером хочется занести, конечно, беном. Бен очень хочется беном занести. Мы сейчас, скорее всего, будем фланг менять. Если он слишком сейчас увлечется, мы просто элементарно поменяем фланг. Если не будет увлекаться, просто пробежим. У него игроков уже не хватает. Ну да, он фигней страдает, ну и прекрасно. Волтер молодчина. Молодец, Волтер. Видите, это тоже ошибочка. Ему сейчас нужно мумии подходить, чтобы давать ассист вот этому зомби.
если он хочет хоть как-то выравнивать ситуацию. Он, похоже, про нее забыл. Судья. Молодец, судья. Ой, да. Не могу сказать, что, конечно, товарищ играет хорошо. Скорее наоборот. Страдай за отечество. Тоже страдай. Ты беги вперед. Тебя надо ударить. Вот так. Один кубик. Два куба. Два куба лучше. Стоим. Два куба в неглу. Давай, дружок, уходи. Негла не пробивается. Ну и один кубик. Почему бы и нет? Тех раскидали. Следующим ходом заносим. Может, сейчас выпихнем его еще за поле кого-нибудь. Вот его, например. Если он не будет доджить. Похоже, не будет. Пиропан Лонер молодец. Он... Один только раз за игру зафейлил и при этом не умер. Можно сказать, что это достижение. Но блиц ты уже потратил. И это фееричная глупость была только что. Я не знаю, вот такой соблазн сейчас, здесь просто и гулю хочется выпихнуть, и не гулю, вообще все, что все на свете можно выпихнуть. Давайте, наверное, гулю, потому что она лопнет проще. Или не гулю. Наш гард. Надо было здесь вставать. Ну, у нас есть запасной план. Сейчас поймаю две единички. Хочу выпихнуть гулю. Спайдер, нет, не буду я брать его, если даже его МВП дадут. Крепкая. Ладно, заносим, не выпендриваемся. Нам сейчас приоритет не набирать, к сожалению, этих линеек.
с МВП, а все-таки выкупить Огра. Он гораздо полезнее будет, чем линейка. Во многих матчапах. Он хоть и безмозглая тварь, но... Пятая сила для хуманов — это все-таки очень большой. Очень большой плюс. Так, хорошо. У него шансы немножко увеличились, потому что второй вайт вышел. Не хочу я подставлять сильного. Поэтому как-то так. Спайдер, нет, он не станет огром, он просто станет очень ценным, очень дорогим куском. Понятно чего. Потому что с одной стороны он будет вытаскивать игры, а с другой стороны, блин, превратиться в очередную команду Норсов с восьмой броней. Как прямо у нас было раньше. Не, ну я вторую силу, конечно же, мы возьму. Но правда я не знаю, сколько он проживет. Он будет целью еще похлеще, чем у Норсов. Пиропан, а зачем? Я хочу еще раз отобрать, еще раз занести. Хотя ходов на это все меньше. Очень жалко. Не, ну жалко, конечно, будет сейчас, если кто-нибудь из линеек откинет копыта, но мне есть за что бороться. Это 3 спп-шечки на ценного игрока. Например, на Бена. Будет очень хорошо. Вы, ребят, все равно старайтесь и не умирайте. Себастьян Кунст молодец. Вообще линейки. Линейки себя ведут очень хорошо в этой игре. Даже вытягивает на себя реролы оппонента. Кстати, у нас есть фан-фактор. Так что смотрите, если мы сейчас выиграем, кинем шестерочку, мы заработаем 80 тысяч. 60 у нас есть в казне. Мы сможем купить тогда огра. Это прям класс. У нас приглашают в мячик. Прям конкретно приглашают. Но для этого надо будет подставить... гвардейца. Это ужасно печально. Просто ужасно печально. Там оппонент пишет. Так вот, оп. Давай, Жулиан Бейкер, давай. Бей их всех. Нормально. Так. Сразу оптимист. Небольшой экранчик. Бена я подставлять не хочу, но он должен быть наготове. Наготове пусть будет здесь. Можно было бы, конечно, подойти, но я на самом деле от шального блока не хочу Хулина Бейкера тоже терять, потому что он сегодня просто сделал мировую работу. Он заслуживает того, чтобы жить дальше. Просто умница. Феликс Ланге. Так, я знаю, куда он потратит блиц.
У него есть клетка. Может, я и не занесу, да. Потому что, черт с два, я сейчас у этой зомби сейчас вытащу мячик. Он еще шестерочку нашел. Хулиан, держись. Держись, дорогой. Молодец. Трапа, ну он сам до него докачается. Я надеюсь, что он все-таки, когда докачается, возьмет не подкат, а плюс агилу. И тогда он станет очень ценным. А сейчас пока... пока он не очень ценен. Феликс что-то там, что-то его топчет. Судья что-то опять не видит. Безобразие. Что я могу сказать? Что я могу сказать? У нас есть красные кубы. Можем в красные кубы влететь просто на шару, потому что нам нужно уже забивать. По-хорошему. Давайте что? Была не была. Не вышло. Терапан, кетчеры тоже нужны. Потому что у кетчера восьмой мув. Они быстрее. И дешевле, чем блицер. А у блицеров часто другой работы хватает. Опять тратит на ерунду. У нас опять эти красные кубы есть, и мы все равно можем, в принципе, сейчас забить. И даже у нас не красные кубы, а вполне себе белый. Потому что он не пробил горда. Либо меняй положение, либо получай кубиком по лицу. Не вышло. Надо будет потом, когда мы сильно разбогатеем, купить себе четвертый рерол. Потому что в прошлый раз, когда я играл хуманами, я думал, что оптимально 4 как раз. Потому что, ну, чуть-чуть не хватает. Чуть не хватает, когда 3. Ну, или иметь тровера с лидером, но это так себе план, потому что что-то я не помню, чтобы у меня было нормальных тровера 2 в команде. Один обязательно помрет. Ну вот и все. Хочет еще напоследок кого-то из моих пофалить, наверное, Феликса. Он важнее. Не, Элиаса. Ну. Элиас молодец. Все выдержал, все хорошо. 2-0. Даже был шанс на 3-0, которым я хотел воспользоваться. Не получилось, правда. Ну, ничего страшного, все равно это славная победа. Давайте посмотрим на деньги. О, у нас огр, друзья. Мы взяли огра. Не, извини, Эдвин. Уолтер Норден зато взял МВП и получает левелапчик. И это прекрасно. Давайте по статистике посмотрим. Не намного больше мы пробили броней, но зато прям очень хорошо. И нам, по нам даже сделали больше блоков, друзья. Это про то, насколько хорошо башню. Нас мутузили практически не меньше, чем мы их. Такие дела. Нормально качнулись. Я доволен. Я очень доволен. Давайте. Сразу дождемся.
Посмотрим, что у нас кинул Уолтер. И будем морально готовиться к битве с Ситаром, который надеется, что у нас не будет Огра, но ха-ха-ха, надежды тщетны. Не, Пиропан, я думаю, что я перед игрой там в следующий буду думать, как назвать Огра. Сейчас, если честно, не хочется. Ладно, пока он не подтвердил матч, я отойду попить себе налью. Хуманов показывает, смысла-то нет особо, потому что еще матч не подтвержден. Это уже другая картина. Так, я вернулся. Нас, во, наконец-то он завалидировал. Пиропан, блицера менять, скорее всего, уже не буду, потому что тупо денег не хватает вообще ни на что. Он будет жить дальше, пока не помрет, видимо. Я, ну, если вдруг я стану мега-богачом, в следующем сезоне я его сменю. Тогда будут деньги. Сейчас денег нету, мне нужно срочно выкупать народ, делать запасного. Я думаю, что эту... Как бы первостепенная часть этого плана у меня она получилась уже в прошлый раз. Но я ошибался, потому что меня двоих за матч убили. Уолтер. Линейка-то наша. Дубль. Ну вот. Теперь, видимо, на лос пойдет все-таки другой товарищ. Потому что у нас есть гард. Дополнительный гард. И это хорошо, горды нам нужны. Тебя надо будет тобой постараться занести еще пару мячиков. Видишь, молодцом. $1230 у нас сейчас ТВ. Купим Огра. Он у нас вырастет почти до 1400. Будет там 1370, там что-то такое. 1350. Забавно. Забавно. Так, давайте посмотрим, что там у Ситара. $1310. То есть у него практически не будет против нас индусов. Это очень хорошо. Он там все сыграл уже. То есть 7 у него игр почему-то. Почему 7? Он еще не сыграл одну игру.
А, у него автовин. Литрса, Джек Кайф, это, по-моему, я с ним играл, а он, по-моему, ушел потом, да? Это ужасно. То есть у него будет автовин. Просто простейшие деньги. Простейшие левелапы. Это печально. Потому что они, по-моему, на автолузах так и спустились, да? Не играют, ничего у них не происходит. Повезло Ситару. Ладно, то есть надо будет проверять эту команду потом, получается. Уже перед матчем на следующей неделе. Ладно, давайте Огра таки возьмем. Имя Огра. Какое бы имя Огру взять? Нам надо что-нибудь такое интересное. О, я знаю, как мы назовем. Во-первых, ему нужно какое-нибудь вдумчивое выражение лица. Он должен быть мыслителем. Вот, это вот, я думаю, подходит. Назовем его Абилардом. Мистер. Мистер Абилард. У нас не все мистеры. Это красивое немецкое имя. Кажется, она ему подходит. Смотрите, он просто излучает такую внутреннюю скрытую уверенность. Такая сила духа. Все, у нас есть. У нас есть Огр. И у нас есть. У нас есть дополнительный гард. У нас есть три даджа. Сайдстеп. Плюс силовой тровер, который никак не возьмет следующий уровень. Вольфганг Байер, который, я надеюсь, на проломленной черепушке какого-нибудь трала в следующей игре качнется. И мистер Абилард, который у нас теперь, можно сказать, за главного. Да? Хороший получился матч. 1360, да. 1360. Ну все на этом. На этом, пожалуй, все. Я думаю, скоро, может быть, кстати, даже завтра. Если Ситару будет удобно, сыграем. Да. Ладно, всем пока. Спасибо, что пришли посмотреть. Ну и до следующего раза.